Совсем скоро лето, пришла пора обновить гардероб и познакомиться с трендами 2021 года. И сегодня... Что мы сделаем? Будем примерять наряды. Да. Кто-то пойдет в бутик, а кто-то... А кто-то в секонд-хенд. Да. Спасибо. Привет! Ну что, готовы окунуться в мир трендов? Готовы окунуться в мир трендов и моды? Готовы. Конечно. Всегда. Сейчас мы подкинем монетку и узнаем, кто пойдет со мной в бутик, а кто в секонд-хенд. Ариана выбирает орла, Игорь – решку и орел. Сила мысли Ариане помогла, она идет в бутик. Задача – выбрать три модных лука для летнего сезона. Цвета, я думаю, яркие, но не такие кислотные, как были в 2020 году. Еще думаю, что сейчас оверсайз не выйдет из моды вообще очень долго. Ариана выбирает яркую футболку и велосипедки, спортивный костюм и розовое платьице. Все, в примерочную. Мне вообще очень-очень-очень нравится. Сейчас пойдем посмотрим, что нам скажут. Ну, прям в моем стиле, прям краш. Первым нарядом Ариана не прогадала. В моде броские сочетания цветов, яркие принты и оверсайз. Вариант прям спортивный, но мне понравилось. Майка очень яркая. Какая-то я на спорте такая, на стиле. Спортивные костюмы абсолютно разных расцветок в этом сезоне тоже вошли в моду. Больше такой повседневный и тоже прям на лето, тоже ставлю плюс. Симпатичненько, мне даже нравится. Легкость и воздушность – еще один тренд сезона. Супер, но, наверное, оно пригодится только на летний сезон, когда прям тепло-тепло, солнечно. Ариана с задачей справилась. Все три варианта однозначно соответствуют трендам сезона. А вот сможет ли Игорь найти что-то модное в секонд-хенде? Я думаю, летом будет в моде что-то очень яркое, какие-то кислотные цвета, возможно. Если хотите что-то купить, то это точно не секонд-хенд, потому что выбора тут не густо. Мне нечего выбирать. Идем. Есть. Тут да нечего пойдем. Выбирать. Смотри, смотри, вот тут неплохая рубашечка была. Где? Вот, бери все. На твой размер. После долгих поисков Игорь выбирает рубашку в крупную клетку, две яркие майки, шорты и брюки. Как думаете, куда летом можно сходить в таком луке? Крупная клетка – один из трендов этого лета, отличный вариант для свидания. Простенько, со вкусом, можно одевать куда-нибудь летом. Летний, модненький, яркий – это самое главное. Еще один тренд этого лета – приглушенные тона. Это как раз тот вариант. Для секонд-хенда неплохо, по-летнему достаточно хорошо, простенько. Он очень яркий, и майка мне прям нравится. Принты – да, яркие цвета, увы, нет. Мужские футболки – только пастельных тонов. Это мой самый нелюбимый образ из всех, которые он мерил, потому что... мне показалось, брюки, они более классические, майка более яркая и спортивная. Поэтому я не очень люблю сочетание таких стилей. Кто победил, бутик или секонд-хенд? Ариана или Игорь? Чьи образы тебе понравились больше? Пиши комментарии во ВКонтакте.